3 и 4 июля в Суздале во второй раз пройдет фестиваль Дениса Мацуева «Альма-Матер. Новые имена в Суздале». Впервые фестиваль прославленного пианиста прошел в Суздальском Кремле год назад. Как и в первый раз, программа состоит из двух концертов. В фестивале примет участие Владимирский губернаторский оркестр под управлением Артема Маркина, коллектив «Давний друг» и творческий партнер Дениса Мацуева и фонда «Новые имена». Этим фестивалем фонд отметит свое 30-летие. На Суздальской земле сыграют как состоявшиеся музыканты, так и юные дарования. Билеты на концерт можно приобрести во всех кассах Владимира Суздальского музея-заповедника или купить их онлайн. А билеты на трансфер можно приобрести в кассе Центра классической музыки. 3 июля концерт состоится в Крестовой палате Суздальского Кремля, а 4 июля на открытой сцене Суздальского Кремля. Их начало в 19:00.